Ветеран Великой Отечественной войны Анна Франтова получила ключи от квартиры в новостройке. С новым жильем по поручению главы региона Дмитрия Миронова ветерана поздравил заместитель председателя регионального правительства Виталий Ткаченко. Анна Франтова – обманутый дольщик. Ее дом по улице Жуковского недобросовестный застройщик до сих пор не сдал. В ситуацию вмешалось правительство области. В короткие сроки проблема была решена. Дмитрий Юрьевич разобрался в вашей проблеме и поручил департаменту строительства приобрести вам вот эту квартиру. Поэтому, пользуясь случаем, хочу прежде всего вас поздравить с днем рождения, с праздником Великой Победы, в которой вы участвовали и внесли свой вклад в дело освобождения нашей земли от фашизма.